Адольф Сакс – самый везучий человек в мире. Сакс родился в 1814 году, и за всю свою жизнь он был на волоске от смерти столько раз, сколько можно было себе представить. В детстве он однажды выпал с третьего этажа и ударился головой об камень. Выпил миску серной кислоты, проглотил иголку, получил ожоги от взорвавшегося пороха, почти утонул в реке, упал на раскаленную сковородку, ему в голову угодил булыжник. И еще несколько раз он засыпал в окружении недавно лакированной мебели. Изобретатель был настолько невезучим ребенком, что его мать якобы сказала, что он ребенок, который просто приговорен к неудаче и не выживет. Но Адольф выжил. Если бы не его постоянная удача, сегодня мы могли бы не знать, как звучит упоительный саксофон, и мир музыкального искусства был бы совсем иным.